Юристы мэрии подали жалобу на решение суда по иску компании «Сибмост». Апелляция направлена сегодня в арбитраж Томска. Об этом заявила начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова. Напомню, «Сибмост» выиграл дело о взыскании с администрации города 2,5 миллиардов рублей в счет убытков, которые понесла компания во время строительства Бугринского моста. Юристы мэрии отмечают, что при рассмотрении дела судом первой инстанции были допущены процедурные нарушения. Также не доказано, что убытки компании напрямую связаны с действиями городской администрации. Рассмотрение жалобы запланировано на начало февраля следующего года. Доказательства, на котором суд обосновывал свои выводы, это было заключение судебной экспертизы. Это заключение определенно свидетельствует о том, что убытки истец понес не в результате каких-то там виновных действий мэрии, а в результате макроэкономических процессов.